Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в группе названием Птахи из Варов Майн. У нас 37-й день, играю я за Романа и Эмилию. В прошлой серии Эмилию я отправил с мужиком обокрасть семью богатую. Так, Татя, почему у меня он не работает? Он у меня в депрессии и слегка болен. Опечалена. Не разберешься, кто хуже, повстанцы или армия. Так, обокрасть тех людей — единственный способ помочь нам и решить соседу. Так, и нам, и нашему соседу. Пусть это неправильно с моральной точки зрения. Либо мы, либо они. Я не виню Эмилию за ее поступок. Так, ну и в принципе, думаю, можно завершать день. Так, Роман будет у нас охранять дом. А Катя у нас пойдет добывать. Но только вот куда она пойдет добывать, наверное? Блин. Может, на стройплощадку сходить? Порт. Ладно, на стройплощадку сходим. Так, ножовка по металлу. Так, монтировка и ножовка по металлу. Идем добывать. Ресурсы на стройплощадке. Хотя можно было просто остаться дома и подождать прихода Эмилии. Ну ладно. У нас уже Катя смирилась. Она была, короче, опечалена. А потом была в депрессии, была раздавлена горем. А потом уже смирилась с тем, что творит Эмилия. Эмилия, наверное, смирилась с тем, что творит. Только плохие поступки совершает Эмилия, и все. Он грабит, убивает. Ну, уж теперь-то должна получить Эмилия плохую концовку. После того, что она натворила. Ладно, этот хлам мне не нужен. Так, книги. Кстати, я знаю, что можно с собой захватить. Так, деталь оружия. Так, шестеренка тоже не нужна, наверное. Деталь оружия тоже пока что не буду брать. У меня вроде есть. Надо досок захватить. Для Сергея. Пускай нам доски, дрова рубит. У него тоже надо плохую концовку получить. Если он будет работать без остановки, возможно, он получит плохую концовку. Так, и давайте я тут еще вскрою ящик. Шкаф, точнее. Не знаешь, как добраться, я просто зажимаю наверх лестницы. Лестница рядом с тобой стоит. Почему ты не знаешь, как по лестнице подниматься? Может, мне на каждую еще ступеньку нажимать, чтобы ты поднималась? А то, я не знаю, будешь говорить, я не знаю, как наступить на данную ступеньку. Так, ладно, давайте наверх поднимемся. Где тут у нас шкаф-то стоит? Блин, а где шкаф? Вот шкаф. Так, а нам надо все равно сюда подниматься. А-а-а-та. Здесь только обратно, если вернуться. Блин. Так, и больше тут ничего нет. Ну, если что, я доски захвачу с собой. Для Сергея. Так, можно еще досок немного захватить. Так, а где тут у нас доски-то? Здесь есть доски? Детали оружия нужны мне. Так, доски есть. Побежали к выходу.
Да, многое случилось с нами в этом прохождении. Роман вынес почти весь блокпост военных, там чуть-чуть осталось военных-то. Кстати, а можно Эмилию отправить воевать с военными? И, кстати, никак не сказывается то, что она военных-то убивает. Кошмары. Эмилия имеет глубокое ранение, нужны бинты. А, Эмилия принесла продукты из богатого дома, о котором так рассказывал сосед. Так, что там у нас с Эмилией? Ранена она у нас. Так, иди-ка перевяжись, сначала поешь. Так, Роман, Эмилия что у нас? Эмилия у нас в депрессии, понятно. Катя у нас тоже в депрессии. Нет, Катя у нас опечалена. Стой, Эмилия. Стой. Так, остановись, Эмилия. О, отлично, бинты тебе даст Катя. Так будет быстрей. Так. Что он у нас там? Очень голоден, слегка болен. Так, покорми его. Консервами. Так. Ты ее тоже покорми. И... Так, я даже не знаю, что у тебя... Рано. Депрессия, сильно устала. Но то, что ты сильно устала, это ладно. Так, Роман, что у нас тут? Роман застрял. Роман застрял, все, они залагали. Он с места не сдвинется теперь. А ты двигаться можешь? И он не может двигаться, понятно. И вот, похоже, они залагали. Да, они залагали. Только спасет меня завершение дня. Эмилия у нас сильно устала. Ладно, будет спать. Роман будет охранять. Пропустим сегодняшний день. А все из-за того, что все залагало. Хотя можно было бы день перезагрузить. Давайте, наверное, все-таки день перезагружу. Так, в общем-то, у меня есть предположение, почему это именно так случилось. Возможно, это из-за того, что они оба одну и ту же консерву, короче, использовали. Так, сейчас Эмилия поест. Все отлично, Эмилия поела, так что может теперь Сергею дать поесть. Так. Что у нас тут? Она у нас просто ранена, голодна, депрессия, сильно устала. Хорошо, смотри-ка, ты ей перебинтуешь бинты, дашь еще раз поесть. Поговоришь с ней. Тогда ей еще поесть. Ранена, в депрессии сильно устала. Пускай она будет хотя бы сыта, так быстрее раны проходят. Так, ты пока... Пускай Роман пока нам что-нибудь скрафтит. Так, поговори. С Эмилией. Каску могу скрафтить. Одну только. Компонентов не хватает. О, оружие могу скрафтить. Ружье. Дробовик это называется, а не ружье. Ну, хотя это вроде одно и то же. Раздавлен горем, Сергей.
Так, слегка болен. Ну ладно, он слегка болен. Кто-то за дверью. Торговец за дверью. У торговца мы можем купить компоненты. Так, Эмилия поест еще чуть-чуть, чтобы она была у нас сыта. Это очень важно. Так, шестеренки, компоненты. Все это я покупаю у тебя. Ну, в принципе, мне еще дрова нужны. Так, что я тебе взамен дам? Да, у меня есть что тебе взамен дать. Во-первых, дробовик. А, два дробовика это щедрое предложение. Тогда... Так, даже нож щедрое предложение. О, бинты. Давай бинты я у тебя куплю. Потому что, скорее всего, мне еще они могут понадобиться. Так. Как насчет второго дробовика? Теперь уже не щедрое предложение. Так. Мне еще и воду надо купить у тебя. Так, во-первых, я хочу тебе воду купить еще. И дрова. А взамен я тебе даже не знаю, что предложить. Все слишком дорого будет. Очень щедро с моей стороны. Ну да. Я такой вот щедрый. Так, не пойдет, давай больше. Ну давай я тебе патронов так вот накину, ладно. Договорились. Все, свободен. Катя идет спать. Так, кстати, а Эмилия что у нас тут стоит? Тоже пускай быстрее идет спать. Так, Роман. Роман идет крафтить оружие. Нет, Катя нам... У нас радио послушает. Но сначала дрова забросит. Так, можем скрафтить две каски. Так, тихо-тихо-тихо. Дрова забрось. Больше дров. Так, и радио послушаем. Так, ничего нового мне не сказали по радио. В принципе, ладно. Так. Еще вроде я мог бронежилет скрафтить. Ой, не то. Так, Роман у нас должен делать бронежилет. Так, и можно завершать день. Так, Роман у нас будет охранять. Эмилия идет, так, добывать себе, так сказать, зарабатывать плохую карму. Так, у торговца должен был обновиться ассортимент. Так что пойдем заберем себе ценные вещи. Так, она у нас опечалена, уже не в депрессии. Блин, а как ее в депрессию-то вогнать? Так, бинты, консервы, так, кофе забираю, таблетки, медикаменты, еда. Все это я забираю. Так, еще что тут у нас есть. Так, спирт. И даже не знаю, что еще лучше взять. Воду или все-таки... Давай воду возьму.
и побежали к выходу. Так, день 38, а нам всего лишь надо где-то 45 дней, наверное, прожить. А может быть 42 дня. Так, итого нам где-то от 7 до 4 дней, от 7 до 4. Ну, они сейчас быстро пройдут, эти дни. Запасы еды у меня есть, запасы медикаментов есть. Эти дни быстро провести. Просто у Милии зарабатываю очень плохую карму. Хочу сделать у Милии. Так, она у нас легко ранена, печалена, сильно устала. Кстати, помогло. Так, она печалена. Так, можно бинты наложить ей. Так, у нас Роман сильно устал, тоже идет спать. Катя у нас пьет кофе. И голодна она у нас. Так, слегка болен, голоден. Ладно, пока подождешь. Так, бинты наложены. И сегодня ты у нас опять пойдешь добывать себе, так сказать, отрицательную карму. Так, иди дай ему консерв. Так, ну и радио надо, конечно же, послушать, потому что скоро со дня на день должны подъехать международные войска и спасти нас. Так, он у нас опечален. Сергей у нас опечален. Так, ничего нового они так и не сказали мне. Так, ну ты будешь у нас работать. Опять 8 досок. Так. А придет ли к нам кто-нибудь сегодня или нет? 39-й день. Ну подождем сейчас. Тут чуть-чуть совсем-то осталось. Что там думаешь? Я бы съел бургер. Эмилия ушла оказать помощь нашим соседям. Надеюсь, она принесет нам что-нибудь хорошее, а может быть даже шоколад. Ну, вообще-то она пошла красть. Так, то, что вы творите в городе, меня не касается, если вы возвращаетесь с провизией. Так, убийства никогда не прекратятся, нам стоит уже к этому привыкнуть. Так, 10-10, никто не пришел, можно завершать день. Ну, точнее, 10 было просто. Но уже никто и не придет. 10-10, они это именно у порога они стоят. Так, идем опять сюда же. Можно, кстати, еще в порт сходить. Ну ладно. Не буду я ходить в порт пока что. Буду... Так, вот таким способом зарабатывать отрицательную карму. Так, сигареты, кофе забираю, так, таблетки, медикаменты, вода. Так, патроны, трава, ну и доски заберу. Действенный способ заработать отрицательную карму. Для плохой концовки. Может быть, я даже очень плохую карму заработаю, что открою какую-нибудь дополнительную, вообще скрытую концовку. День 40. Так. На нас напали, как всегда, опечалены.
так очень голоден, устал. А, мы получили подтверждение того, что по горне действительно приближаются миротворческие войска. Прекращение огня можно ожидать со дня на день. Скорее всего, 42 дня будет длиться. Так. Роман у нас поест. Так, он у нас просто в депрессии, ладно, это не важно. Так, пойдешь спать. Там у нас Катя, очень голодная Катя. Где ешь кстати, консервы закончились. 42 дня, скорее всего, война будет длиться. Блин, придет сегодня, нет, кто-нибудь? Ну, давайте подождем. 10:10 наступит, и я пропущу день. Так, никто не пришел. Завершаю день. Так, это еще не конец войны. Так, охраняет Роман. Так, Катя спит. А вот Эмили идет добывать себе отрицательную карму. То есть получается, когда какие-то плохие действия совершаешь, то в принципе персонаж впадает в отчаяние, в депрессию, там сначала в депрессию, потом в отчаяние и может сбежать. Но если этот момент пережить и дальше будут продолжаться те же самые же плохие действия отрицательные, то, так сказать, персонажи привыкают и уже на это никак не реагируют. Сергея забыл заставить делать дрова для нас. День 41. Кошмары. Печалена и устала. Иди спать. Роман, послушай радио и тоже пойдешь спать. Так, а что там с Катей? Слегка больна, голодна. Таблетки пей. И иди спать. Кстати, она вот всегда, когда на этот стол садится, она пьет кофе. Блин, а опять 10:10. Кто-нибудь придет? Нет, в 10:10. Придется опять ждать, да? Так, время 10:20 уже, и никто не пришел. Скорее всего, больше никто не придет, мне кажется, до конца войны прям. Потому что я вроде всем, кому можно было, отказал в помощи. Хотя можно депрессию Эмили нагнать тем, что нас будут грабить, но сейчас они уже не смогут нас ограбить. То есть даже если я буду всех спать, персонажа ложить, то у нас на двери есть сигнализация, и они будут просыпаться, и оружие-то у нас есть. И бронежилет у нас есть, так что обороняться мы будем. Ох, я не знал, что тут кто-то есть. И у нас всегда будет оборона дома, всегда будет успешной, короче. О, алкоголь есть. Так, дрова. Блин, я опять забыл. Заставить
Сергея дрова делать. Так, 42-й день, скорее всего, будет последним. Но заодно мы узнаем, есть ли плохая концовка у Эмилии, или та концовка, которую мы получали, которая похожа на менее плохую. Это и есть плохая концовка, а менее плохой у нее нету. Так, уже в депрессии Эмилия. Так, Роман очень голоден. Поест, он у нас устал. Так, Катя у нас очень голодна. Так, иди. Так, а ну-ка, Роман напьется. Эмилия, конечно, напиться не сможет. Так, раздавлен горем. Все, понятно, Сергей не сможет нам дрова делать. Катя пойдет тоже напьется. Хотя сначала послушает радио. Возможно, это последний день даже. Так, по радио ничего нового не говорят. Так. Спать Роман будет, нет? Так, и время 10:10, когда наступит. Кто-нибудь придет? Или тоже, скорее всего, никто не придет? Я бы Милии бы тоже дал выпить, но если это не последний день, то ей еще надо заработать отрицательную карму. А, торговец пришел. Ну, мне нечего тебе предложить, хотя я могу тебе много чего продать. Я оружейный барон. У меня очень много оружия. 6 автоматов, 2 пистолета, 2 дробовика, 1 винтовка, 80 патронов, 3 комплекта брони и 1 ножик. 6 алкоголя. Да, это, кстати, самое такое, сказать, богатое прохождение получилось. То есть в этом прохождении мы стали богаты очень. Так, завершаю день. И все, война окончена. Понятно, это был последний день. Надо, можно было и Эмилию тоже напоить. Вы выжили в войне. Сейчас будем читать наши достижения. Наши подвиги, так сказать, в кавычках. День 4. Девушка в беде. Эмилия не спасла бедную девушку от пьяного солдата. Вот все так вот начиналось. День 9. Кровь на наших руках. Эмилия убила еще одного мирного жителя. День 11. Жестокая стычка. Роман убил нескольких солдат. Но не Эмилия. Надо было Эмилию все-таки отправить. День 15. Мятежники идут по следу. Повстанцы спросили нас, украл ли наш сосед провизию из контейнеров гуманитарной помощи. Мы подтвердили, что это был он. День 18. Отчаянный крик о помощи. Дети нашей соседки попросили нас отвезти ее в больницу, но мы отказались. День 18. Мы ограбили больницу. В больнице заканчивались медикаменты, но Эмилия украла то немногое, что у них было. День 22. Погребенные заживо. В соседний дом попал снаряд, и жильцы оказались погребены под обломками. Мы не помогли вытащить их. День 27. Отвергнутый и одинокий. Ни у кого не нашлось времени на меня, и все проигнорировали меня. Я ненавидел эту ситуацию. День 28. Жертва снайпера. Брат нашего соседа был ранен пулей снайпера, но мы отказались помогать, переносить его в безопасное место. День 28. Кровь на наших руках. Эмили убила беззащитного человека. День 28. Зима. Зима была очень холодная, но, по крайней мере, я мог сделать снеговика. Жаль, что моих друзей не было там. Я бы показал им снеговика. Отчаяние ребенка. Сердце разбивается видеть ребенка, погруженного в печаль. Это картина, которую нельзя забыть. День 30. Трудное решение. Эмилия ограбила кого-то, забрав у них почти все.
Так, день 36. Хотя все она забирала. Не почти все, а все. День 36. Жестокое убийство. Эмили убила нескольких человек. Так, и день 42. Это прекращение огня. Данный сценарий длился 42 дня. Так, и смотрим, какие концовки. Как только выпала возможность, Сергей начал наводить справки об Олеге, и через несколько месяцев они снова встретились в новом семейном приюте. То есть, та же самая же концовка. Роман пережил войну, но терзаемый прошлым начал употреблять тяжелые наркотики, от чего и умер пару лет спустя. Он получил плохую концовку. Да, он получил плохую концовку, хотя в основном все это делала Эмилия. Так, используя свои связи, Катя нашла своих родителей в лагере для беженцев, однако те отказались вернуться в город, и они снова оказались в разлуке. Через несколько лет они скончались, и только тогда Катя нашла в себе силы опубликовать свой военный дневник. Кстати, это менее плохая концовка вроде. Потому что плохая концовка, где она сожгла. Возможно, эту концовку я не получал еще. Ну, сейчас я проверю. Эмилия пережила войну, но война оставила на ней неизгладимый след. Ей был поставлен диагноз посттравматическое стрессовое расстройство. Она стала испытывать глубокое недоверие и ненависть к мужчинам. Она открыла свою собственную адвокатскую контору, но дела у нее идут неважно. Так, вот, я и получил плохую концовку у Эмилии. Значит, та концовка была менее плохая. То есть, так сказать, она менее так подвергается к депрессии. То есть, она более устойчива. И то есть, если там что-то она украдет, там кого-то случайно застрелит, то как бы это еще не дает стопроцентного то, что она получит плохую концовку. То есть, для того, чтобы получить плохую концовку, она там уж таких дел должна натворить плохих. Такую карму заработать. Но у нее то, да, есть, у всех персонажей есть, короче, по 10 концовок. Просто у некоторых их очень сложно получить. Вот у Романа ее легче даже получить, чем у Эмилии. Роман вон вообще просто с военными перестрелялся, там скольких? 3 или 4 военных убил и все. И уже он плохую концовку получил. А Эмилия бы получила бы, наверное, только менее плохую. Катя получила, кстати, менее плохую концовку. Так, в общем-то, я посмотрел. Да, это действительно менее плохая концовка у Кати. То есть у меня, так сказать, есть небольшой блокнотик в Word, который я сам создал лично. Записал все концовки, которые были в интернете, и сравниваю с ними. То есть, если там есть какая-то определенная концовка написана у какого-то персонажа, и она вроде как помечена плохая, и я смотрю по тексту. Вот, например, в данном случае текст намного лучше, чем там, где она сожгла дневник. А значит, это менее плохая концовка. Вот так вот я и сужу. У Мили я это сразу понял, потому что то, что это плохая концовка, потому что менее плохую концовку я уже получал, и в интернете есть менее плохая концовка. Вот плохую концовку у Мили я не находил в интернете нигде. Так, ну ладно, на этом я так закончу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока!